Шестой Чебоксарский международный кинофестиваль откроется 20 мая. На кинофоруме будет представлена и картина, созданная в Чувашии. «Решение треугольников» — это любительский художественный короткометражный фильм о любви. Наша съемочная группа встретилась с автором сценария и режиссером Ольгой Матвеевой. Когда угасает несчастная любовь, чувствуешь облегчение, освобождение. Математика. Любовь в большом городе – это сплошная геометрия. Круги, треугольники, параллельные прямые. Часто оказывается, что мы любим того, кто не любит нас, и наоборот. Квинтэссенция отношений в 5 диалогах. Так описывает свой фильм автор сценария, режиссер Ольга Матвеева. Она говорит, что в Чебоксарах немало людей, которые хотят снимать и снимают фильмы. Но это больше документальные. Но мне захотелось снять именно художественный фильм. Я поняла, что мне, в принципе, ничего не мешает это сделать. И начала собирать команду. Позвала монтажера, с которым часто работаю на телепроектах, Виктора Чугарова. Потом позвали мы вместе уже Леонид Путилова, оператора. А потом как-то у нас появился продюсер Оль Тагачина. Потом мы начали звать актеров. Ну, естественно, это не профессиональные актеры. И фильм вообще не профессиональный, а любительский. Многие лица актеров знакомы чебоксарцам. Фильм снимался с нулевым бюджетом на чистом энтузиазме. Название позаимствовали из справочника по элементарной математике, который оказался у автора дома. Одну из песен фильма исполнил Владимир Волков. По словам Ольги, в этом фильме не требовалось игры актеров. Но оказалось, что те люди, которых мы позвали на эти роли, настолько артистичны. Они просто прекрасно играли, и, в общем, все было очень так натурально, естественно. Ну, может быть, кто-то не доигрывал, кто-то переигрывал, но мы не профессионалы. Но вообще вот мне понравилось, как люди играли. Известие, что в Чебоксарах снимают художественный фильм, разнеслось сразу. Ольга рассказывает, что практически с началом съемочного процесса поступило предложение принять участие в Чебоксарском кинофестивале. Свой сценарий автор фильма не считает оригинальным. Я вообще считаю, что абсолютно оригинальных идей в нашем мире уже вообще не осталось. Это все компиляции, переделки каких-то старых идей в новые. Похожие фильмы, ну, наверное, есть. Вот, может быть, реальная любовь. Ольга считает, ей повезло. У фильма есть продюсер. И, возможно, у решения треугольников будут и другие фестивали, в том числе и международные. Специально для этого сделали титры на английском языке. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.